когда ты влюбляешься, то ты хочешь сделать приятное этому человеку. Ты хочешь сделать ему какой-то подарок и хочешь больше находиться с ним. А потом все завязывается так, что ты влюбляешься в него, и вы женитесь. Человек, который жил давным-давно, он влюбился в одну девушку, и он был воином. Но тогда нельзя было влюбляться в воином, потому что они отвлекались из-за этого от работы. И за это его приговорили к смерти, за того, что он влюбился. И перед смертью он оставил валентинку своей возлюбленной и написал там «От твоего Валентина» и признался ей в любви. Люди женятся и выходят замуж, чтобы быть ближе друг к другу, потому что они живут в разных местах и могут видеться только если встречаются где-то. А если они поженятся и подпишут брак, то тогда они могут жить вместе в одной квартире, и тогда у них могут появиться дети. Влюбленные люди обычно дарят, мужчина женщине обычно дарят кольцо, когда признается в любви. Но так можно дарить что угодно. Главное, чтобы человеку это понравилось. Моих друзей и родных все подарки для меня лучшие, потому что они подарены искренно и сделаны с любовью. А это самое главное. Боль, она невидимая. Она просто так происходит. А я представляю ее себе вот так. Вот такое вот сердечко красное. И когда человек влюбляется, то сердечко летит к другому человеку. И происходит такая связь, когда они влюбляются. И, любовь красного цвета, она похожа на сердце. И немного глянцевая, мне всегда кажется, когда она вот так блестит, как будто 3D.